Андрей Мостовой, дебютант национальной команды. Первый вызов, первый раз получилось одеть майку сборной. Ну, естественно, первые ощущения твои хотелось бы услышать. Ну, конечно, отличное ощущение. Ну, шел к этому. Как бы давно хотел этого, чтобы такое произошло. Вот. И, конечно, очень приятно это все. Атмосфера в сборной, все ее отмечают, она очень такая комфортная, но профессиональная. Сам уже успел почувствовать за вчерашний вечер, за сегодняшний день, когда была тренировка и в тренажерном зале уже позанимались? Да, конечно, видно, когда уже все собрались, что ребята, можно сказать, пососкучились все по всем. Вот, все общаются хорошо, доброжелательные все. Вот, и атмосфера сразу видно, что хорошая. А футболисты «Зенита» тебе подсказывали уже какие-то моменты, кто приехал вместе с тобой вчера в расположение сборной? Ну так, я чуть некоторые моменты спрашивал, так подсказали, конечно, что лучше делать, что не нужно делать, вот и все. Я так, все спокойно, нормально. Ну, Станислав Саламович часто практикует практику знакомства, то есть вызывает футболистов, смотрит, как он влился в коллектив, ну и вообще первые впечатления, они очень часто, ну, играют определенное значение. Ты тоже понимаешь, наверное, что это сбор ознакомительный, или же понимаешь, что можешь прямо выйти на поле, сыграть, вот как ты себя, ну не то чтобы видишь, да, как думаешь, сложится вот этот сбор для тебя? Не, ну я в любом случае приехал, чтобы показать себя, хорошо себя проявить, как мне ознакомительный сбор для меня, не ознакомительный, это уже вторая часть, вот, поэтому нет, я в любом случае буду показывать все, что могу и проявлять себя. А с кем ты был знаком, может быть, больше всего из игроков сборной? Ну, с Аслан жена, Федя Кудряшов в Сочи мы были, из «Зенита» ребята, с «Локомотива», там, Рифат Джамальдинов, Антон Мирачук, я с ними в дубле был. Вот, поэтому так, ну, с нормальным количеством ребят знаком. Ну, а соперники, есть что уже сказать тебе? Понимаешь, с какой командой придется играть? Ну, пока речь о Сербии. Ну, конечно, в Сербии много хороших игроков, очень сильная сборная. Вот, так что тяжелый матч предстоит, конечно же. Вот говорят, что уже Артем Дзюба шутил по поводу твоего известного однофамильца, и многие спрашивают, общался ли ты с ним, знаешь ли ты его, вообще как-то связан с Александром Мостовым, которого, по-моему, царем называли и в Сельте, в Спартаке. Да, у меня Миша Кижаков, извините, тоже царем сейчас называют всегда. Да, я с ним познакомился в эфире Матч ТВ, получилось так, что, ну, видеосвязь вышла, и он там был в студии, вот, и да, и, ну, и познакомились, он, оказывается, меня еще знал, ну, когда еще в Долгопрудном был, во второй лиге даже, еще меня оттуда узнал, вот, поэтому, да, так, немного с ним знаком уже.